Более 130 спортсменов из 12 регионов страны. Такого крупного турнира по кудо в Иванове еще не проходило. До минувших выходных, когда наш город стал центром проведения первенства Центрального федерального округа по кудо. За последний год буквально Ивановская федерация сделала очень серьезный шаг вперед. И сейчас уже у нас идут разговоры не только о проведении первенства, но и более серьезных турниров. И я думаю, что по силам это сделать и руководству, и бойцам, которые представляют Ивановскую федерацию, и тому инструкторскому составу, организационному комитету, и, безусловно, учительскому совету и спортивным властям вашего города. Гостей из соседних регионов ивановцы встретили громко. Сначала перед ними выступил отряд барабанщиц, а затем свое умение показали лучшие кудаисты Иванова, сразу продемонстрировав, что настроены только на победу. Такое вот боевое гостеприимство. Перед каждыми соревнованиями один наиболее достойный боец должен принести клятву. Эта честь выпала ивановскому спортсмену, чемпиону России Юсупу Бучигову. После чего первенство было официально открыто. Наш регион на турнире представляли 12 бойцов. Лучшие по итогам недавнего всероссийского турнира. Те, кто завоевал доверие тренеров выступать на домашнем турнире ЦФО. Я хочу сглазить, но я лично сам с Адгаром проводил тренировки, готовил этих ребят. И я уверен, что они физически и технически готовы. Главное, чтобы они морально не смогли сейчас прогореть. Бывают такие моменты, когда человек сильно волнуется, он может внутренне прогореть и слабо выступить. Но я надеюсь, мы их все подготовим к боям сейчас, и они показывают хорошую школу нашу, ивановскую. Случайных победителей здесь быть не может. Каждый поединок дается нечеловеческими усилиями. Ведь победа в этом турнире – путевка на чемпионат России. В этом бою до последних секунд была ничья. И лишь за мгновение до финального гонга Давид, он в белом, вырвал победу. Сложно было, потому что на ЦФО приезжают люди серьезные, все подготовленные. И каждый день тренировок, ну, дает о себе знать. Вот и тяжело было. На прошлых соревнованиях не так было тяжело. А на этих прямо соперники чувствуются. То ли действительно стены помогли, то ли сыграли свою роль каждодневные тренировки. Но на этом первенстве ЦФО ивановцы выступили даже лучше, чем на триумфальном прошлогоднем. В нашей команде 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Единственный приз за технику получил также ивановский боец Александр Аркадьев. Впереди у наших кудаистов непростое первенство России. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.